Вратарь детской хоккейной команды «Приниманские ястребы» Андрей Сакович и нападающий Максим Кот, как и другие игроки, в этот раз заменили тренировку на посадку деревьев. На проспекте Лебедева, заявляют по-взрослому, высадили сад приниманских ястребов. Орудовать лопатами и граблями оказалось сложнее, чем гнаться за шайбой, признаются ребята. Но отступать перед целями они не привыкли. Мы сегодня с командой приехали садить деревья, а мы с другом садим березу. Важно, чтобы не загрязнялось воздух и было чисто и красиво в городе. Я считаю, что это еще опыт и никогда не помешает этого. Ну, плюс еще деревья освежают воздух, и это ни лишним не будет. Минимум 5 надо постараться, может быть 6-7. Инициативы, подобные этой, проводятся в Гродно весной и осенью. Традиционно с привлечением молодежи и организаций. Но уже в городе идет месячник. Причем у каждого депутата есть свой округ. Вот это, ну, есть территория, она городская. Это не значит, что вот мой округ вот до этого места и все. Вот сегодня вот здесь и молодежь, и депутаты, и спортивная команда молодежная хоккейная. Мы сегодня здесь, мы сегодня садим, это для всего города. Это Гродно, это общий город, он должен быть чистым, аккуратным, ну и, наверное, зеленым. Только на этом участке проспекта Лебедева появилось более сотни зеленых саженцев. И на этом сезон весеннего обновления города не закончен. Мы вообще планируем в Октябрьском районе вместе с жителями, с товариществами ЖСПК высадить около 1000 деревьев. Это большие объекты, которые мы делаем. Это, вот как было сказано ранее, проспект Лебедева. Это поликлиника номер 7, там в пределах 60 деревьев. Это будет Индурское шоссе Клецкого, 3, там более 100 деревьев. И на Фолюше, в сквере на Фолюше тоже будет высажено около 100 деревьев. Молодежный формат высадка деревьев приобрела и благодаря учащимся и трудящимся активистам Белорусского республиканского союза молодежи. Волонтеры не только высадили деревья, но и навели порядок на набережной реки Неман. Сегодня они еще пришли с напутствием для наших жителей. Напутствие это сегодня у нас будет видеться в форме табличек, которые изготовлены нашим активом. Таблички с надписью и лозунгом, скорее всего, даже «Соблюдайте чистоту», которые на протяжении всей набережной реки Неман будут вбиваться для того, чтобы наши жители видели и сохраняли чистоту своего родного города. Порядок на улицах и зеленых территориях начинается прежде всего с чистоты мыслей горожан. И тут уже выбор каждого – быть невежественным к своему дому, либо любить и беречь его. Вероника Трынкина, Дмитрий Пастернак, новости Гродно+.